Третий этаж, сектор F, второй ряд. Минус третий этаж. Что это может быть? Опа! Опа, конкретно за чебурек. Короче, Машка вчера купила чебурек и так его не съела. Там было написано, срок годности закончен. И она говорит, я хочу чебурек. Да, у меня рядом с работой есть Ашан, поэтому... Чебурек. Ашан, чебурек. Че, погнали? На себя. Всем привет. Ты придуриваешься? Я на травоватах еду. Скорость максимальная. Так. Коле так понравилось слово травалатор. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Да, на, посмотри здесь. Или так тут не сидят. Нет, вот для ног. Ну вот все, вот дождались чебурек. Вот чебурек. И вот чебурек. Ты чебурек? Чебурек. Короче, я себе взял два, Маши два. Один с курицей, один с мясом. Сейчас попробуем. Ну давай, Мария, зацени. Вроде нормально. Яка невидаль-то, посмотрите, дождь, в Москве дождь, но не... Давно не было. Давно, уже часа 4 как не было, мы уже забыли, и как вчера это. Вчера не было. Вчера, а, точно, вчера целый день не было, ну, это прям уже... На Брайтон-Бич опять идут дожди, да? Да капец, этот Брайтон... На Дерибасовск. Тут, фу, этого, дефлекторов нет. А, видите? Солнце и дождь. Самое прекрасно. Что интересно, вот дождь здесь. Солнцедожный и солнце. Как раньше в детстве, он очень теплый. Ой, я подмышку туда снимала. Просто... А что там, волосы? Нет, просто там подмышка. Ну, то есть лица не видно было, подмышка видно. Что хотел сказать? Что это? Дождь теплый, как в детстве. Ну так июнь. В машине, как обычно, у нас половина влогов из машины. Так, мы едем живем, на работу, с работы едем, блин. У меня друзья, говорят, в Подмосковье живут, они, говорят, всегда в машине. Да, говорят, им как не позвонишь, они постоянно то на работу, то с работы едут. Это зачем мы вообще дом? А не мы вот жить в машине. Да, и мы возвращаемся. Ну ничего, нам уже немножко... Мы едем зато, обсуждаем планы на будущее. Что? Разговариваем, мы же... Домой приходим, Коля начинает в телефоне залипать, я начинаю там трудиться, как пчелка. Продавить тебе. А, больно. Больно? А мне, думаешь, не больно? Жирок. Ну вот, короче, в машине только и разговариваю. Ну, я хорошо. Я вижу только в машине. Ой, как интересно, как интересно, дождь какой красивый. Сегодня просто весь день нервный был. И в Липецк я чуть не уехал. И расстройства. Одни, короче, расстройства сегодня. Нервная система очень сегодня подшатнулась. Но бывает момент. Впереди лежачий полицейский. Например, ехала и встала. Что ты встала? Ты говорил, он там про машину ездит. Нормально. День прошел и слава. Подальше, видишь? Ой! Ой, не надуть его, надо поднадуть. Его надо поднадуть немножко, да? Ну ты поговори со мной. Да. На этом игра закончилась. Я думала, они меня мальчик пошли доставать. Что за драка?
Чиканеки, что ли? Я мячик запустил. Туда уже. Нашел? Не будешь пулять? Лови подачу. Ой, у Райана там процедуры, простите. Какие? Какалошные. О, чайка. Мария, волейболист. Завтра что-нибудь заболит. Стопудово. Да блин, ну накачать нам. Девушка, скажите, а что происходит? У нас, видите, удачный столик очень стоит. Тут чипсики. Тут у меня чай. Стаканчик чая, значит. А тут у нас выжить в Дубае, возвращение, выпуск второй. Кошка. Кошка и собачка. Собачка. Кошка одна пришла. Они дерутся очень. Нас люди спрашивают, почему их по одной ходят. Говорю, у них смена, да? На улице уже темно. Да, Коля, по кошке рассказывают? Че? По кошке рассказывают, правда же? Че? Ну, они дерутся, как чумачечи. Почему как чумачечи? Я тебе говорю, у них как смена. Одна приходит. Я одной же хвост подрезал. Я уже показывал. Уже показывал. Это у нас хвостатая. Без хвоста сегодня бывает с Райаном весь день. Так что мы смотрим телек. Начинает говорить вообще лучше наглой лжи.